Ребята, у меня трагедия. Я честно пыталась это предотвратить. Я искала убежище, но все-таки это снова случилось. У меня сегодня день рождения. Я даже торт купила. Он такой же убогий, как и вся моя жизнь. Вот я уже в 5 лет поняла, что этот праздник совершенно не имеет никакого смысла. Когда все мои гости собрались в честь моего дня рождения, я закрылась в комнате и решила, что именно сейчас мне нужно отстричь себе челку. Ведь красота важнее всего. Но так как ножницы были для бумаги, а волосы совсем не ножницы... Ой, блядь. И первый опыт с моей челкой был печальный. Но ничего, я потом в 15 лет вот к такому мастеру сходила, и он мне отрезал идеальную челку. А вообще, я не люблю этот праздник за то, что я только начала привыкать к своим 25 годам, я только перестала пугаться своих первых морщин в отражении, а тут бац, и уже 26. Жизнь несправедлива. С днем рождения. Ты погасила свечи, загадала желание. Ну и холодина на улице. Хоть бы не заболела, хоть бы не заболела. И вот ты заболела. Горло. Нет! В этом деле главное не паниковать. 37,2? Так это же больше, чем на улице! Ты не умрешь, ты не умрешь. Вы не умрете. Не занимайся самолечением. Возьму все, что мне посоветует аптекарь. Но он же врач. А какой он врач? Ну, медицинский же закончил, значит... Врач, врач. Хоть бы лучше завтра стало. А лучше тебе на следующий день не станет. Еще хуже. Работать ты не сможешь. Что-то мне так херово. Я, в общем, не смогу работу доделать. И нужен постельный режим. На велосипедах покататься? Я через 5 минут буду готова. О, бля. Как же плохо. Блин, так тяжело на велосипеде по снегу кататься. Капец. И вот наступает тот день, когда ты выздоровела. Я выздоровела! Но ты встречаешь идиота, и он у тебя чихает. Игра началась. О, парень. А ты мне не хочешь приобрести айфон? Несколько советов, как можно выпросить новенький айфон у незнакомца. А я умею его шивать крестиком. И если ты мне его украдешь, я тебе обещаю, вышью крестиком твой номерной знак. Я умею сосать. Если тебя укусит самый опасный в мире кобра, зови меня, я тебя отсосу яд. Я могу варить тебе борщ, такой же красный, как твоя молодая кровь и зверь. Я могу тебе вправить копчик, и я ходила на однодневные курсы остеопата. Давай, дружок. А может быть, приватный танец? У меня отличная пластика. Э-те-те! Танцуй, тетя, а-те-те! А-те-те-те, а-те-те! Танцуй, тетя, а-те-те! А-те-те-те, а-те-те! А твоему кошельку не нужна Лара Крофт? Я просто расхитительница кошельков. А я не поняла, это все? Что ты ко мне пристал? Я вообще студент. Видео в инстаграме бьюти-блогеры нам кажутся магистрами черной магии. Ведь из всего этого дерьма на лице они в итоге получают великолепный мейкап. Но мне кажется, что на самом деле происходит совершенно другая история. То, что не тушуешься, то... Блять, блять, блять. Тушуйся, давай. Растушуйся ты уже. Ты чё ж ты не распределяешься равномерно? Я бьюти-блогер, блять. Надо было вайнером становиться. Женя, ты не отработаешь за меня в новогоднюю ночь? Как отказать другу, который попросил тебя поработать за него в Новый год? О, блин, извини, пожалуйста, но я не могу. А, сейчас, секундочку. Нет. А не пошел бы ты нахуй, петушок? Извини, я не могу. На-н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 а. Нет, 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 нет. А, хорошо, я отработаю за тебя, если ты мне свое бриллиантовое колье отдашь. О, спасибо. Все, пока. Ты же еще не знаешь, что мы не работаем Новый год, да? Так, 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 это что, прыщ? А, не надо трогать. Лучше помазать чем-нибудь. Это что, прыщ? Ну, я, конечно же, как нормальный человек, выдавлю к херам. То-то же. Вот теперь заебули.
И теперь я могу идти на свидание. У меня же свидание, опять этот будильник сраный. Все, сажусь на кефирную диету. Да. Офигеть, какие ляжки отрастила. Я толстая. Пошла в Макдак, заем горе. А, он приезжает к нам в город и зовет меня на свидание. Правда, только через месяц, но зато у меня есть время подготовиться. Два. Yes. Раз. Зачем мне восточные единоборства нужны на первом свидании? Та-т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 а
прикол. Зачем мне китайский номер на свидание? Так, мне нужен супер крутой наряд. Денег у меня мало, в шкафу только то, что нечего надеть. Можно заказать через приложение. В приложении Пандао всегда низкие цены, и я сэкономлю. Gucci gang, 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 Gucci gang. Я походу траванулась. Блин, кефир просрочен. Кажется, я просрала свое лучшее свидание. Я такой человек. Если я вижу кнопку, то принимаю это как вызов. Ее нужно нажать. Так же, как и мои соседи. Как же не заеба. Со мной случилась история, когда я нажала не ту кнопку. Хотела бы я сказать, что мне было 5 лет, и я познавала мир. Но мне было 21, и я познавала мир. Я работала в цветочном магазине. Придя на смену, я увидела, что висит какой-то брелок, и на нем много кнопочек. Мне стало интересно, какую функцию выполняет этот брелок. Нет, у меня были мысли, что это, возможно, брелок от машины начальника, что там лежат цветы, драгоценности, моя зарплата. Но меня это не остановило. Тем более зарплата у меня была 16 тысяч, и я нажала на кнопку. И тут брелок мигнул, и ничего не произошло, я подумала... Но через 5 минут приехали охранники. И оказалось, что это наш новый пульт экстренного вызова. У моей коллеги, конечно, было удивление, у охраны было удивление, а я наделала в штаны. Если бы меня взяли на службу в отдел ядерной безопасности и показали бы красную кнопочку. А, уже камера включилась, да? Сегодня я хочу повторить макияж бьюти-блогера. Правда, непонятно, зачем мне в зоне... моих усиков. Брови накрашены намного лучше, чем у меня, поэтому ей следует доверять. Первая причина – это я. Нужна тоналочка, все захерачить. Так. Окей. Ага. Точно замаскировала мои темные круги. И их никто не увидит. Потому что все будут обращать внимание на мои розовые круги под глазами. Просто розовая лагуна. А я думаю, что нужно добавить еще тоналки. Я не знаю, может быть, я что-то делаю не так, но я все равно розовая. Я просто поцеловала жопу принцессу. Походу идет тяжелая артиллерия, и это у нас консилер. Он по-любому должен мне помочь. Неплохо. Как будто бы мои соседи промахнулись шпаклевкой и нахерачили мне на лицо. Сегодня я хочу удалить свои брови. Мы берем обычный клей. Он стоит 25 рублей, и мне уже страшно. Точно не токсичный? Придется выстригать, если что, челку на одну сторону. Но это знак. Собственно, все. Правая бровь мне все равно не нравилась. Я жопой чую, что что-то идет уже не так. Но бровь как бы пока видно. Мазь сверху. Ну, как бы пока вот что происходит, да? Да. Решительно все поменялось. У меня есть еще один шанс. Еще одна бровь. По-моему, клей токсичный. О, боже мой. Чего не понимаю, почему видно бровь? Ну, кто после этого подпишется на мой канал? Ну, чё, бровь не видно, что ли? Видно. Но зато теперь есть прыщи. Да ладно. Все, я бегу, я бегу. Забыла. Ты в моей кофте. Фотки, 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 фотки. Oh!
believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every day.